Губернатор Сергей Морозов остался недоволен темпами ремонта Сурской районной больницы и благоустройством прилегающей к ней территории. Ремонтные работы в медицинском учреждении начались в прошлом году. На их нужды предусмотрено 43 миллиона рублей. Притом на эти цели привлекаются не только государственные средства, но и деньги благотворителей. В частности, их привлекали для замены окон в прошлом году. В настоящее время в больнице начата работа по ремонту хирургического отделения. На эти нужды заложено свыше 3 миллионов рублей. Все пациенты с хирургического отделения, то есть со второго этажа, где ведутся ремонтные работы, переведены на этаж выше, в детское отделение. Оперативное вмешательство как продолжалось, так и продолжается, и работаем в нормальном режиме. Именно ремонт хирургического отделения вызвал неудовлетворение губернатора. Работы должны проводиться в течение 2 месяца. Но по итогам половины этого срока еще мало что сделано. Мы должны, допустим, хирургическое отделение сдать уже через месяц. При том, как сейчас организована работа, дай бог нам его в октябре-ноябре сдать. И еще не факт о том, что хорошего качества. Кроме того, губернатор отметил, что подъездные пути к больнице и тротуары также оставляют желать лучшего. Глава региона потребовал заняться вопросами благоустройства и ускорить темпы проведения ремонтных работ. По установленному плану, в следующем году ремонтные работы должны пройти в детском и терапевтическом отделении. А в 2021 году собираются отремонтировать приемное отделение и установить видеонаблюдение. Егор Титов, Данила Сурков, Новости Улправда ТВ.